Пока я не касаюсь внутренних килим человека, я начинаю их как-то выстраивать и наполнять, это у меня называется воспитанием. Когда он уже сам начинает, исходя из этого, связываться с другими и выстраивать свою жизнь по-человечески, то, что называется, в объединении между людьми и материальным образом желает как-то выстроить свое окружение материальным образом. Этого я не касаюсь. Моя работа — сделать человека интегральным общественным элементом. И все общество интегрально. В такой форме, где все равны, все взаимосвязаны, все находятся в поручительстве, то есть как одна семья, как одно тело, так, как один организм, так в таком виде находятся все, и это называется кли храма, бет-амикдаш, кодыш. Там раскрывается Творец в творениях. И это реализация науки Каббала, раскрытие Творца в творениях в этом мире.